Всем привет, дорогие друзья, с вами Эмеральд и Нейзи, и Вика, и сегодня мы продолжаем играть в стрёмные приключения второй сезон. И мы как-то стоимственным образом переместились на другое дерево, оно какое-то большое слишком. И тут где-то бегает пожиратель почек. У меня некоторые вещи из инвентаря пропали. Безглазый Джек. Не, на самом деле, я просто создал новый мир, вот и все, потому что старый пропал. Но это же RP летсплей, поэтому я делаю вид, что типа это все происходит на моих глазах. Так интереснее ведь, правда? Окей. Короче, спускаемся туда. Короче, открыл все карты, но я надеюсь, никто не обидится. Окей. Стоп, а где он? Что-то я его не вижу. Азлс Джек, я не знаю, где-то он тут был. Пропал. Пропал, слава богу. Не хочу его встречать. Я тоже не хочу. Так, Я думаю, нам стоит пойти вперед и вон на ту гору и начать строить нормальное жилище, которое мы не потеряем. Да. Ох, да. Вы со мной согласны, ребят? Согласна. Да, капитан. Ой! Где кто? Ты где, Нейзи? Паучар. Я тут. Ага, вот ты где. Его глазик тут был. Окейушки. О, змейка, смотри. О, змеюшка. Чё? Что? О, уходим от нее! Она заражает. Ой, ой. Тут а еще и зомбики. Зомби. И пандочка. Панда. Тут еще панда. А, был панда, да. Нет панда. Все прочее. Да, Нейзи жестокий чувачок. Ой-ой-ой. О, медведь жрет корову. Он меня жрет, скажу тебе по-большому. Так, ладно. Так. Значит, тут бивная. Так, я добил кушанье. Чего? Кто на меня только не напал сейчас? Черт. Черт. Мыши, крысы. Черт, подери. У меня света нет, ребят. В смысле, вот, на, держи факел. Где факел? О, спасибо. Все, пошли. У меня что-то свет пропал. А, ты его этим ударил кольцом? Ножом. На, понял. Ну это же оружие, молодое оружие. Так, все. Так, там мы движемся дальше, ребят. Да. У нас тут заснеженное такое место. Ну, вот в снегах вот не надо строиться, потому что... Уже холодно. Ну и не только, потому что фиг найдешь чего тут. О, там такая красивая... А, нет, не показалось, это всего лишь баг. Давайте за мной, вниз. А, мы тебя не видим. Ну как мы, я тебя не вижу. Вот, я сзади. О, пошли вон там, смотри, туда, быстрее. Куда, смотри. Куда? Вон, видишь, там такая? Впереди. Штука. Пещера какая-то. Да, прикольная. Пошли туда, там строить. Идем. Ой, фу, ой. Ты чего упал? Страшно, не надо. Хоп, так. Я лазю просто как альпинист, очень быстро. Так, тут у нас зомбяк. Сейчас ждем Вику. У меня... А, все прогрузилось. Умирай, зомби. Ай, нет, уходите. Так. О, уже настает утро. Мне не надо спасать, я уже практически на месте. Все, давай сюда. Это медведь, сейчас мы его убьем. Оп, уходи от меня. Так. Где? Крипер! Опа. Уходи, крипер. Оп, на тебе. Оп, бахом. Давай сюда. Так, ты где у нас? Я тут. А, вот. Смотри, вот какая пещера. Ух ты, как тут красиво! Слушай, у меня... Есть очень классная мысль по поводу этой местности. Давай мы тут построим и дом свой. Ну, я про это. Давай. Будем строить так огромный, как Титаник, дом просто. Титаник. Чтобы а потом, что? Чтобы потом ударились об этот, да? Об айсберг. А тут нету ледника. Ну, короче, давай, строимся. Да, так, строимся. Мы кирки. Тут у нас панда. Так, нам нужно начать добывать. Ой, панда. Ой-ой-ой. Ну, нафиг. Не хочу к ним. Так, значит, ребят... Что мы будем делать? Сейчас я уже как бы разработал, собственно говоря, у себя в уме проект, как будет выглядеть будущий дом, точнее, ну, будущая база. Ну, комплекс. Свой. Поэтому боб-строитель буду в этот раз я. Давай. Так, ну, мне нужно очень много ресурсов, поэтому, ребят, вы мне должны помогать будете. Хотите вы того или нет. Ну, если не хотите, конечно, это будет все медленнее, но прощай, будем строить. Прощай. Вы меня покидаете, предатели. Да не кидаю. Ладно. Тогда я сейчас немножечко добуду и начну уже делать заготовку. Давай. Было бы круто, если бы это, конечно, все было так футуристично из железа, но у нас просто не хватит ресурсов. Пока что не хватит. А я, короче, надо... Мне но не забывайте, у нас есть индустриал крафт, и мы да, все можем... Все такое. Мы все можем стакать, собственно говоря. Стакать. В будущем. А у меня, кстати, есть яйцо змеи. Я могу вырастить змейку себе.
И пускай она будет жить у меня на еле. Все. Вика, отдавай мне все свои стройматериалы, и я буду из этого строить дом. Решил гопнуть Вику. Ну, ты культурный гопник. Джентльмен. Сзади тебя. Спасибо. Да. Сейчас я возьму. Не могли бы вы, пожалуйста, дать мне... Так, значит, где мы начнем строить? Начнем мы строить, пожалуй, вот здесь. Вот здесь. Я пока что поселю змею свою вот тут. Оп, все. Будет жить, поживать. Вот так вот. А, ты что там делаешь? Вот так вот. Ты огораживаешь или я не понял, что? Это же так будущий дом будет выглядеть. А, ну ладно, давай. Проектировщик. Я же дизайнер, я же все разрабатываю. Ага, такой, построишь, и вся пещера рухнет. На самом-то деле, если бы я в жизни строил, может быть, она, конечно, и рухнула. Со 100% вероятностью. Куда-то крипер улетел, я ему спал. Потому что в жизни я вообще на мало что способен. Окей. Спарту прописал криперу. Что? Имя твоего питомца? Кто? Где? В смысле? Какого еще питомца? У меня появилось. Ты что, мою змею вырастил? Ну ладно. Что ты наделала? Назови Кек. Кек? Или Кек? Паша-младший. Паша-младший. Так, Кек или Паша-младший? А, Кек Паша-младший. Да. Веселое имя, конечно. Вот змея. Кек Эмеральд Паша-младший. Опа, смотри, во. Кек Паша младший. Паша младший. Все. Дальше не влезла. Смотри, смотри. Вот видишь змейка? Бум-бум-бум. Вижу. Так. И чья эта змейка теперь? Твоя или моя? Неизвестно. Будет наша полностью. Все. Значит. Общая змея. На, подержи змею. Вот, на. Так, вот. Ты серьезно? Все. Га. Как мне взять? Она вырастет, главное, в блоках не убей ее. Боже. Короче, Паша младший, пошли. Сейчас будем показывать ему пещеру. Так. Ой-ой-ой, я про что и говорю. Вот нельзя в блоки заходить, у нее хп тратится. Ни в коем случае не заходи в блоки. Никогда. Никогда ни при каких обстоятельствах. Вот со змеей нельзя вообще заходить в блоки. Я тем временем добываю и чищу блоки, чищу пространство от блоков. А тут будет огромнейший комплекс, если, конечно, Нейзи не удалит эту карту, как в траву. Ну-ка, заткнулся. Так, окей. Значит, построй пока вольер, чтобы не убежал Кек Паша-младший. Куда? Он убегает. Слушай, ты уже определи, что мне делать, строить дом или карту. Черт, куда? Стой, надо сначала вольер ему построить, Кек Паша-младший. Стой, подержи его пока. Я потом его построю. Раз, два, три, четыре. Так. Так, давай, еще не клади его сюда, сейчас я дострою. Так, что делать? У нас еще, кстати, комплекс. Строим дом, что делаю я? Вольер комплекс, кстати, еще будет. Комплекс, кстати, не будет ограничен с этим местом, он будет по всей пещере абсолютно. Окей, стой, положи. Он будет просто огромным. Положи Кека положи. Будет просто не уступать Ашану в размерах. Правой кнопкой, все. Ай, его сюда, гони. Ему не хочется с нами жить. Ну так отпустите его, живодеры. Все. Он должен жить с нами. Да. Он у нас женился, еще скажи. Он у нас женился, сказал. Ну ладно, тогда пожалуйста. Кек, я не против. Главное, не мешайте мне строить. Окей. Так, все, Кек Паша младший тут будет жить. Ему нужно стекло, типа, еще. О, черт, у меня сломалась кирка. Так никто не одолжит кирку. А, я могу одолжить дубовый досок. Мне их и так в изобилии. Лучше я бы... могу одолжить говядинки. Я могу одолжить Кек Паше младшему. Черт, ребят, у кого реально есть... О, так сделай как... новую кирку, что ты? У меня нет булыжника. Булыжник? Так накопай. У тебя же есть деревянная кирка. Кому она нужна? Мы в каменном веке живем, что ли? Ну... Короче, сейчас я тебе сделаю и кирку, и фигерку. Сейчас все будет. Игорька. Да, и Кека Пашеву младшего. На верстаке сделаю. А Антошку мне телепортируешь из мира стрёмных и опасных приключений? Да, конечно.
Чтобы он тут жил и все слизью зафигачил. Да, чтобы потом я не отмыл это все Head and Shoulders'ом. Ага, свою голову ссальную. Так, иди сюда. На тебе кирку, я буду каменным человеком с деревянной киркой, а ты будешь с каменным. Каменным человеком с деревянной киркой. Да. Может быть, деревянным человеком с каменной киркой? Нет. Ну-ка, заткнулся. Нет. Так. Я этого не сделаю. Значит, тем временем Кек Паша-младший страдает фигнёй, и он должен вырасти. Как, чем его кормить? О, я его покормил, эти крысы. Крысой? Крысой, да. И он это съел? Он это съел, да, и теперь у него пополнится хп. А я думал, им можно только отравиться. Не, я же не себе скормил, а Кеку Паше-младшему. А, ну, конечно, он же змейка. Он следит за мной. Он уже за тобой. Он Иллюминати смотрит за всеми. Раз! Опа! Тем временем Эмеральд куда-то полез. Да турничок такой. Оп! Так, нам нужно... Я упал. А, чё-то как-то скучновато, не знаю. Не-не-не, шучу, нет. Ничего скучного. Тебе скучно, потому что ты не работаешь, да. А ты помогай мне. Давай. Скинь мне булыги, я тебе буду строить тут все. Извини, но у меня они уже кончились. Ты что, офигел? Ну, к счастью, я себе накопаю. Вот, вот такой вот настрой мне уже нравится. Дерево бы. Блин, зачем я сделал себе это? Дерево? У меня его в изобилии, хочешь? Ох, давай. Сейчас. Еще построить теремок будет жить. Так, вот тебе. Все, просто все забирай прямо. О, спасибо. Так. Не за что. Так. Так, тут у нас будет вход. Вход? Угу. Пароход. Так. Нам надо еще сделать. Смотри, вот как бы как разровняем все вот эту вот пещеру нашу. Как? Руками? Как еще можно? Ты еще как-то можешь что сделать? Ну, я могу ногами. Я только хотел предложить. А головой можешь, как ВДВшник? Смотри, иди сюда. Как военный, можешь головой? Иди сюда, вот, видишь? Сейчас я поставлю камеру вот так вот, чтобы все видели. Нет, понятно, ты головой это не можешь делать. Ты еще модно это не скачал. Во, все, сделал. Сделал. Так. Так, пошли куда? Так, деревяшки. Копать. А вот этот вот будем заделывать? Вот это вот. Вот это вот? Угу. Вот это вот? Не, вот это. Может, вот это вот? Не, вот, иди сюда. Стой, ну... Погодь. Мне нужно... О, все, теперь я свободен. Угу. Все, по сути, дверька у нас уже есть. Да, ползуны изи на связи. Ползун Нейзи. Тем временем работает, как негр. Я негр. Стой, закрой меня, смотри, я встать не смогу. Да, смотри, я отпустил, я не могу. Где мой камушек? Ладно, смотри, иди сюда. Нравит. Давай. Смотри, вот это заделывать. Заделывать вот это. Все заделывай, абсолютно все. Не, вот как бы вот эту пещеру, да? Пещеру ты должен обработать полностью. Обработать. Опа. Я так это называю. Обработать все спиртом. Ну да, продезинфицировать, а как же? Так, окей. Мало ли кто тут жил до нас. Мне кому помогать из вас? Мне. Помогай Паше. Хорошо. Отдай мне все свои ресурсы. Тут не хватило мне. Мне придется снова покопать. Ай, прикольно. Куда я провалился, господи? У меня там что-то... Вот что значит ночь, никто никуда не видит, кто идет. Да, блин, ночь это фигово. Надо себе поставить этот мод, знаешь, на, ну, на фонарик, типа, чтобы его повесить на плечо. Такой есть. Да, такой есть. Или на эту лампу в левой руке. Так в амнезии? Да.
прикольной машине бы получилось бы. А такое тоже есть. Так. Все есть, Майнкрафт это все умеет. Да, это знаю. Блин, не знаю, насколько это интересно, повторюсь же, наблюдать за тем, как я копаю. С такими эпичными комментариями это вообще интересно. Ну да. Так, да, Вика, я тебя слушаю, что ты хотела. Как мне залезть к тебе? Никак, на самом деле, потому что я с трудом залез. Control. Какой control? R. Это у тебя R, а у нее стандартное управление control. Control. Я не ползу. У тебя проблемы. Вики, не будь спайдерменом. Да. Печально, к сожалению. Ну и ладно. Ну, собственно, ничего страшного. Естественно. Блин, уже темнеет. Надо быстрее копать. Да ладно, только начало прям темнеть. Дик. Уже скоро утро. А не темнеет. Дик. Короче. Чего? Дейзи, я иду к тебе. Зачем? Копать? Да. У меня я уже скелька, лично много что копал. Копай. Ой, не пугай, ты что? Я думал, пришел тут Айзел с Джек, который почки ест. Почки. Так, грибочки. Опа. Что-то кушать захотелось. Почек? Я люблю кушать так. Почки. И их можно. Вот, ну я вижу Ник Эмиральда. Ну все, сейчас к нему прокопаем. Я тоже. Сейчас прокопали. Че, уже прокопали? Подожди. Ой, все, давай обратно застраивай, уходи. Вот эту кучу докапываем, короче, и уходим. Ладно, вообще. Сегодня вам повезло. Демонический... Ой, танец. Дукалиса, все, уходим отсюда. А то пошли вообще. Бу! Что ты там букаешь, ты? Зомби отпугивает. Я привидение. Это героинь с мотором. Полетели, короче, надо достраивать тут все. Пока я не пришел и сказал, что вы работали. О, а вы работаете. Вы работаете, молодцы. Все, мы работаем, ты че? Я вас заскринил. На сяйника мы работаем. Исправительные работы на сяйника. Свои исправительные работы, что вы сделали такого? Не надо нас депортировать из страны насяйника. Мы хорошие насяйники. Не депортируйте нас. Ладно, мы рассмотрим ваше приложение. Приложение. Для андроида. Для андроида. Скачать Майнсрафт бесплатно, без смс-регистрации. Господи, у меня почти кончили. А можно без браузера? Не, без браузера ты чё, нельзя. Тогда не надо. Без смс регистрации только. Only. И без скачивания. Да, без скачивания. Блин, тут со всех сторон надо булыжником заставлять. Да, логика. Короче, скачать без скачивания. Скачать без я скачивания. Буду делать пол. Как, пол? Да ты замучаешься. Ну ладно, делай. Ура. Еще не надо вообще, на самом деле, ну ладно. Пускай делает, пока хочет. Чтоб потом не заставляли. Ну, вообще, да, ты правильно мыслишь, на самом деле. Ай, фух, чуть не улетел булыжник. Смотри, я уже потолок сделал. Молодец, Энэйзи. Во, прекрасно. Прелестно. Ааа, я упал. Господи, знаешь, ты когда заорал, там стрёмный звук этот воспроизвёлся. Я обделался, думал, что случилось с Эмиральдом. Но это просто... Эмиральд упал! Чего? Эмиральд упал! Раз! Вот это, давай, лезь! Офигеть, конечно. Смотри, какую пещеру Бэтмена мы построили. Да, пещеру БСП. Пещера Битмана. Бэтмен! Потому что я Бэтмен! Где детонатор? О, вот-то, ааа! Меня бьют! Кто? Вода! Вода? Да. Что ты плохой? Чем ты насолил в воде, что она бьет тебя? Ааа! Долбаная вода, ненавижу! Чем ты насолил в воде, повторюсь, что он тебя бьет? Суп пересолил, вот чем я и насолил. Суп? Ну, а ты... что еще можно пересолить? Чай можно пересолить. Картошку. Ой, только не дождь. Только не дождь, на самом деле. Чего у нас крыша дырявая? Кто-то так крышу делал, а признавайтесь. Равшан с Джумшутом ее так делали. Ну,
вообще-то да, я отыгрывал роль. Поэтому я сейчас полезу туда, как последний раб, буду делать крышу. Да. А я тем временем доделаю все-таки стену. Вот которую даже... я строну уже, строю уже полсерии под эпичные комментарии. Ай! Да ты задолбал. Под дождем полезу. Оп! Делать крышу. Оп. Раз! И где тут протекает? Зарядки по утрам. Раз! Офигеть, тут на самом деле протекает крышу. Дофига что заделают. Да чтоб тебя! Чего ты там орешь? Как меня задолбал этот проход. А. Пароход? Пароход, да, пароход. Ща, мне надо доделать крышу. Ай. Блин, знаешь, штучка. Я никогда вот в пещерах не селился вот в таких больших. Не ты один. Вот прям в таких больших никогда не селился. Прям в таких больших, да, вот прям больших, огромных. Таких шоколадных пещерах. Шоколад, причем тут шоколад? Тут нет шоколада, найди. Сейчас будет. Сейчас все будет. Так, и у меня снова будет чудо. Сейчас и подлива будет. А при чем тут подлива? Ой, что? Звуки. Это лошадь убогая напала. Вы чё? Пегас, что ли? Да, слышь, мне сердце выпало. Офигеть. Блин, я обделался. А я типа не обделался от твоего крика. Из темноты появляется такая хрень. Я думаю, что за звуки? Жесть. Ой-ой, наконец-то! Ой, черт. Я бы сейчас у меня-то хп 0 почти что. У меня всего лишь 2 хп, штучка. 2 хп? Да. Блин, я если я сейчас упаду, то мне конец. А ты спаунпоинт поставь обязательно. Конечно. А ты упадешь, мало ли там. Ножку сломаешь. Так. Или тебе помогут? Да. Помогут? Помогут. Помогут. Боже! Хороший Боже, вы этого не слышали! Вы это не слышали! Вы этого не слышали! Боже! Хороший позор. Русский язык отвечает. Стыд, позор! Мне стыдно! Питерка по русскому языку, я себя никак. Питерка! Отвечаю, гуманитарную помощь могу пойти. Да. Чем вы отличаетесь от этих равшанов с жумшутами, так это своим суперским знанием русского языка. Прекрасно. Да. Прелестно. Отлично. Прелестно. Ой, наконец-то эта стена закончена. Погоди, сейчас я доделаю крышу и все. Ой-ой-ой, наконец-то. Как же я устал ее строить. Господи, сколько тут снега. 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 Снега, сникерсов. My sneakers, my sneakers. Так, ой, опять какая-то хрень летит ко мне, чувствую спиной своей. Это точно. Тут, еще ниже. Чего ниже? Ну, летают героины с моторами всякие. Помогай мне пол делать, точнее просто руби его. Руби пол, а ты будешь ставить, да? Да. Так. Вика, ты будешь помогать? О, спасибо. Да не будет. Ты будешь меня слушать? Нет. Ты будешь меня слушать? Нет. А как это все выглядит со стороны? Крака. Нет. Крака. Да буду. Крака. Че, не понял. Кто не вдупляет, посмотрите прошлый видос. Это да. Кто не вдупляет, особо одаренные люди. По имени Эмиральд. Эмиральд смотрел этот выпуск вообще-то. А, он сам снимался. А, кстати, где Эмираль? Я что-то ничего не вижу. Да, только ладно, я опять шучу, это я. Только тут из игры ушел. Да, целая организация играет в Майнкрафт. Да. Одновременно. А Эмираль досунет. Все, я тут достроился. Иду в дидош, ты боги. Не хочу даже больше. Не хочу. Все, начинаем строить деревянный пол. Все, а теперь я хочу посмотреть, как это выглядеть будет в пещере самой. Это отлично. Же божественная пещера просто. Хорошее место выбрали, да? Ну да. Замечательно. А кто это выбрал? Я выбрал. Нет, я вообще-то нашел ее. Ты нашел. А я говорю, давайте тут строиться. Если бы я не сказал, ты, возможно, бы другое место выбрал. Нет, я вообще-то тут не хотел построиться. Все, смотри, я крышу доделал. Точно! Доделал. Крышу доделал. Молодец. Так,
придется немножко закупорить там. Ой-ой-ой. Закупорить, закупорить. Эть! Всё, закрою окончательно, что вот всё, теперь идеально сделал крышу. Идеально. И вот тут тоже что закрыть. Ты там уже сделал? Крышу, посмотри наверх. Офигенно. Сейчас посмотрю. Офигенно. О, красиво. Ты просто молодец. Ой, я тобой горжусь на изи. Осталось только пол доделать. Да. И все. И комнаты нам сделать для каждого человека. Да-да. И общую комнату, где мы будем начинать свой летсплей. Ага, и компьютер там поставить, как всегда. Ну, как обычно, все. Так, все, вот так поставил. Прелестно. Стой, стой, стой. Вот это вот не руби. Видишь, Вика, вот это вот не руби. Это тут комнаты, типа. Ой-ой-ой, надо этого забрать. А то он замерзнет. А, точно, змейку. Змейку, да. Паша-младший, беги его. Паша-младший. О, да, даже. Все, надо ему террариум тут построить. Вот и правильно. Где ему построить террариум? С реальными условиями, реалистичными, ты меня понял? Давай вот тут. Вот, давай вот лучше вот тут вот где, вот видишь, выемка прямо для него. Ну да. Че? О, он подрос, слушай. Серьезно? Ага. Давайте я на него посмотрю сейчас. Ого, посмотри, какой он длинный. Сейчас, погодите. Как Слизерай, айо. Ну, слушай, реально. Ну-ка. Большой. Дайте змею сюда. Наш мальчик растет. Все, кек Паша больше. Гамунку. Гамунку? Я ламповый гамунку. Гамунку. Сабдвач. Так, окей. Террариум сделан. Куда ты полез? Кто? Как он вылез? Я что-то не понял. Офигеть, чё, он лазить умеет. И что это за террариум такой какашечный, из которого вылазит кек Пашка-младш? Кек Пашка-младш. Стой, нам нужно стекло срочно. Если он из него вылезет, то я из него точно вылезу. Как он вылазит так, а? Он что, офигел? Он не настолько тупой, как тот, кто создавал этот террариум. Что-то не понял. Ну, понимаешь, ты его неправильно спроектировал. А как мне его еще спроектировать? Если бы я его спроектировал, он бы оттуда не вылез никогда бы. Че замолчали? Че, молчатку играем? Ну ладно, я... Прием, я тут. Я, короче, поселился, он теперь не выберется. Пум-пум. Окейшки. Все. Только его надо покормить говядиной. А, он не ест. Стекло? Где стекло? Потом. Это будешь есть, нет? Да. Что ему скормить такое? У кого есть крыса, крыса? А, не то. Чё-чё-чё-чё. Нужна крыска, крыска. Я кирку кинула. Куда, змея? Нет, Паша. Ой-ой-ой. Пожалуйста. Паша, это и есть змея. Только дагестанская. Стой. Ты меня только что обидел. Паша, зацени, смотри. Иди сюда, Паша. Раз, два, три. Эй, кек, Паша. По имени змея. Я к змее, если что, обращаюсь, если что, кто не понял. Так. Окейушки. А зачем? А, ну ладно, ладно. Тогда с другой стороны сделаю. Это наблюдательная площадка за змеей 35. 35 FPS? Не, змея 35. А. Чё, 35? У меня же не компьютер, калькулятор, который Джек Хэтч Гейм. Кстати, похоже на бассейн. Синкин, да. Мандарин. Во, все, готово. Так, осталось. Он умирает. В смысле, кто? Не, он, я просто его в этот макнул один раз. Случайно ли? Случайно. Блоки, главное не бери его, а то он сдохнет. Так, значит, табличечки.
Бедный Кек Паша младший. Эй, Кек Паша младший, иди сюда. Кек Паша младший. Ну ладно, короче, хитбокс у него нормальный. Эмеральд. Дика. А Нейзи будет у нас тут жить. Через три блока давай. Раз, два, три. И вот тут моя... Да, ты правильно понял. Моя коморка. Это не коморка, у всех такие комнаты. О, прикольно, кстати. Пу-пу-пу-пум. Так. Ну ладно, пока мне никто не построил домик, сам все построил. Я запомню это эмеральд. Что запомнишь? Нет, раз, два, три, четыре, пять. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Да, отлично, все. Замечательно. Так, сейчас я себе дострою коморочку. Так. Каждый, конечно, будет для себя сам дизайн ее делать и все там ставить. Ну, я стандартное ставлю, в спартанском стиле. Ничего нет, стол, стул до кровати. И цветочек. Вообще какой-то неандертальский стиль. А чтобы никто ничего не вынес. Как говорится, все на свое ношу с собой. Дагестанская змея. Не, долго мы как-то уже снимаем. Да, я про то же. Да. Вот сейчас достроим комнатки и будем уже заканчивать первую серию. Ну как, три, первую, вторую. Извините, перепутал. Да. Потому что первая это ужас. Нейзи. Потому что у меня не сохранилась карта, да. Да, вот так вот. И камераль Нейзи. Так, а я правильные габариты комнаты сделал, то мало ли будешь ругаться на меня потом. Где? Ну, в моей комнате. Раз, два. На один бок вроде. Раз, два, три, четыре, пять. Не, нормально. Все так, да? Да. Все отлично. Все, да. Так, все, вам сейчас поставят двери. Оп. Раз. Дэвид Блейн. Отлично. Так, и теперь. Что еще? Вроде все. Сейчас только с паунпоинтами прописать. Но это мы потом сделаем. В каждой коморке, типа. Так, ты что у меня в комнате делал, вор? Я вообще-то всем факелы поставил. А, да молодец. Так, ну что ж, дорогие друзья, мы вроде как построили свои... Начали строить комплекс. И, в принципе, пока что на этом мы заканчиваем, так уже долго, в принципе, снимаем. В следующей серии будет уже намного интереснее, будет больше экшена. Ну и мы закончим эту серию просмотром Кек Паши младшего. Кек Паши младшего. У него один глаз кривит, по-моему, или нет? Нет, это нормально. Так, всем пока, дорогие друзья.